Иди бери гитару, иди, пройдем ночь-то, время сократится, иди. Блин, такой наивный человек. Ой! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Чебузаврик, Гусь Санек, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас шестая ночь и очень сложные режимы. Погнали. Главное, чтобы кто-то из нас один оставался живой. Это самое главное. Кстати, завис что-то фонарик, это очень странно, от кого же он идет все? У вас тоже луч фонарика завис? Да-да-да. Ну ладно, пусть будет. Мы же не знали, что можно метку фонариком ставить-то. Так, внимательно, шестая ночь. Они для начала могут так, слабо-слабо, потом резко Опа, нападать. Посмотрите, посмотрите. Молодец. О, Фредди уже смотрит. Так, отлично. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите на наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и поугарать. Так. Внимательно. Кто? Откуда? Куда? Закрывай. Молодец. Вот сразу видно, играем очень хорошей командой. Просто отлично. Надеюсь, мы сегодня затащим шестую ночь. И мод, который, кстати, мы ни разу не смогли пройти, это HSM мод. Никогда, ни в одной серии мы не смогли пройти без проигрыша. Поэтому, надеюсь, это тот ролик будет, который мы сможем пройти и не проиграть. Но для этого надо сделать одну простую вещь. Поставить лайкосик прямо сейчас. Ты что, не до сих пор там стоит? Ты что тут стоишь? Уходи отсюда. Так, пацаны вообще играют профессионально, мне очень нравится. Он не мага лучик, как-то странно. Радик, ты стой на камерах, мы с Чебузавриком стоим на дверях. А ты, Димас, просто стоишь. Да, нормально, нормально, я тоже контролирую все. Да, там Чика ушла. Да, я тоже увидел. Вот она стоит. Вонючая курица. А где той Бонни? Я не знаю. А он же был. Его там нету. А он в туалете, он в туалете. У него понос. Словесный? Да. О, сейчас мангл придет, 100%. Отлично, отлично. Ой, пыль. Я Дима, аккуратнее сейчас. Не-не-не, я все контролирую. Я все контролирую. А где это вонючая чика? Так, Радекс. Так, все хорошо. Я контролирую. Ребята, не забываем подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, все, все. Я пойду, схожу, немножко прогуляюсь. А так все хорошо, не ссы. А, хорошо, давай. Они его не убьют. Я же там обед оставил, если со мной что-то случится, можете мои котлеты съесть. О, Бонни стоит в коридоре, я его вижу. С гитарой своей. О, ребята, напишите в комментариях, что больше всего вы любите. Я люблю голубцы. Чика. С капусточкой такие. А я люблю гусиное мясо. Да? Сырое или вареное? Вареное. Не, жареное. Чика уходит или нет? Так, спокойно. А какие-то неадекватные аниматроники, не хотят нас убить. Ого! Тут два аниматроника за одной дверью. Это же шестая ночь. Кстати, 2 часа ночи, и мы не проиграли. Обратите внимание, насколько мы молодцы. У нас хорошая команда. Да, кстати, надо запомнить вас всех, и мы будем, когда проходить сложные ночи, буду именно вас брать. Потому что вы лучшие игроки. Пройди, ушел куда-то. Так, меня Дима напугал своим фонариком, он где-то идет. Не бойся. Я сам обосрался. Подожди, хорош. Я куда-то ушел. Где тебе? Бонни стоит там с гитарой, сейчас нам петь будет. Ух ты, блин, скример жесткий. Тварь, голова, блин, ну ничего, ничего. О, я специально проверил. Фредди, приветики. Я Радекса убил дверь. Какой Радекса? Ты меня убил. Иди бери гитару, иди, пройдем ночь-то, время сократится, иди. Блин, такой наивный человек. Ой. О! Закрывай, отлично. Просто скример был, я не увидел, что она там. Молодец, конечно. Уходи. Так, ты смотри, что они делают. Просто какие-то психи. Иди отсюда. Говно собачье. Ушел. Надо еще ждать пару секунд, сразу не открывай, это очень беспечно. Ой. А я фиолетовый человек, я стал... Ой. Осторожно. Я фиолетовый человек, если они сюда зайдут, я просто их... Здорово. Подходи. Привет. Правильно, было сразу по спине давать. Делай выдержку между тем, как они уходят. Мы так можем умереть. Секунды 2-3 еще ждать надо. Закрывай. А у меня... Жди. Балунбой чуть-чуть бы и украл бы у нас энергию, мы не смогли бы закрыть двери. Это было бы, конечно, сильно.
Так, дай сюда схожу. Так, Дима, аккуратно. Я боунбоя по башке бью. Он не уходит? Давай, бей. Бей. Так, сюда. Уходи. А что там Фокси? Ты что, противный тварь? Я тебе сейчас шарик попробиваю. Бей. Должен уйти быстрее, сбить его. У тебя, если что, Фокси, это самое сложное. Да, надо было бить. На одну долю секунды быстрее ушел. У меня Бонни теперь. А как понять, что Фокси бежит? А он руку должен поднять. Руку? Выпусти. Блин, я застрял в какой-то кабаке. Надо вылететь. Фиолетовый Фредди, пацаны. Я вижу. Да что ж такое, калитка-убийца? Мне пришлось убить Чебузаврика, чтобы закрыть, и мы не умерли. Пацаны, это тот ролик, когда мы будем умирать больше не от аниматроников, а от дверей. Аниматроники двери. Убийца дверь. 7 ночей с дверями. Блин, новая серия, ребята. Слушайте, меня на камере видно? Где? Да. Ты голую жопу показываешь. А, нет, это не ты. Откуда идет? Не испугался. Радекс, здорово. Балди, бей его. Так, все, открываем. Молодцы, пацаны, вообще хорошо играем. Нас ни разу никого не убил. По сути, мы ни разу не умерли. Лучшая команда на планете. Только калитки убивать. Так что, ребята, если вам надо пройти какую-то сложную ночь, обращайтесь. Мы с пацанами соберемся и приедем к вам. Всего $1000. Скидка. Каждому. Скидка 0%. Смотрите, Фредди стоит в углу. Где? Главное, не отвлекайся. Не ломай это. Да, нормально, не бойся. А и Чика стоит. Переключи камеру на Фокси, чтобы, если что, побежала. Да, кстати. Да, переключаю. Пошла. Подождите. Ох, Радекс там бьет кого-то. Во, включил, пацаны. Все. Главное, смотри, надо следить за Фокси. Кстати, почему, когда 6 ночь, ни разу Фокси не побежал? Это не, ну, это не на... Ёкалэ мэнэ какала. Молодец. Отлично. Мы продолжаем проходить. А кто открыл калитку? Я помогу. Я успел. Извини, жопата, я акула, мы тебя замочили. Чем я закрыл? Дима, самое странное, Фредди ушел. Ах ты, это что ж творится? Марионетка? Ё-моё, мы проиграли. Одну с марионеткой убить. Более мощнее мод. It's me мода. Это прям очень жесткая ночь. Я буду считать, что мы ту ночь в принципе прошли. Оставалось чуть-чуть. Но по сути мы ее не прошли. Нельзя втроем умирать. На 9. Нам жопа. А, так давайте кто-нибудь вообще станет там где-то в туалете. И вообще, если кто-то из нас умрет, то все, он там будет. А, надо, короче, чтобы кто-то тусовался. Наш кто-то тусовался, но не внутри в офисе. Закройте. О, я закрыл? Вот это жесткая ночь. Скример. Радекс. А, его дверь убила, наверное. Ничего, я вышел. Я прогуляюсь по пиццерии, потому что у меня она вчера обновилась. Может, что-то добавили. Ничего я не добавили. Хочу. Радекс, постой на моем месте, я тоже хочу погулять. Пожалуйста. О, я нашел пасхалку. Ай, убил. Тут Бонни. Ладно, пошутил, пасхалки нет. Постойте. Ребят, тут Бонни, если что. И Чика. Подожди, на камеру. На какую кнопку? Как заводить шкатулку? Сыны суетятся. Е нажимай. Просто Е нажимай на экран. Ой. Закрой. А, вот это. Так, я иду. Стой. К пацанам. Ого! Здесь такой движ. Постой на моем месте, Радекс. Ёкалы, мэнэ какалы. Фокси. Ого. Я с вами побуду. Смотрите. А смотри, что творится. Где? Короче, шкатулка нормально еще заведена. Как ее заводить? На экран тыкать? Да, ей тыкать надо. Я тыкаю, ничего не происходит. Она щелкает, слышишь, чликает, значит нажимаешь. Да, все правильно, заводишь. Все, молодец, мы так пройдем, ребята. Надеюсь. Час ночи. Где? А, у меня. Вижу, закрыто. У меня тут дверь все время закрыта, и аниматроники приходят. Один уходит, следующий. Слушайте, давайте. Я, короче, пойду туда, в лобби. Я буду там. Стойте кто-нибудь, заряжайте шкатулку и двери чекайте. Левую дверь, Саня, чекай, короче. Да. Тут Бонни. Так, я не вижу. О, вылазит.
залазит, когда я кликаю, я понял. Прикольная мини-игра с марионеткой, мне нравится. Все, тварь, залазь. Димас, поставь на Фокси. Да ты увидишь, когда она бежит. А, успел! Успел Фокси отбить, представляете? Ничего себе, у меня реакция. Так, давай кликай, чтобы она залазила бошку свою ныкала. Я прям испугался, когда Фокси... Все, давайте на Фокси кликайте. Поставим. Кликайте! Кликаем. Да что я должен кликать? Давайте по очереди. Мария, так мы же клацали. Она с Голден Фредди убила. Она с Голден Фредди. Они сговорили. Ты молодец, что ты жив. Да хорош, убийца. Я тебе сейчас пожертвование тебе будет. Ой, какой-то баг был. Ой-ой-ой. Опять Голден Фредди. Где? В лобби. Надо нету. Короче, закрывайте. Ну-ну. Молодец. Тут а что-то, что у нас здесь марионетка стоит? Да, у нас тут марионетка стоит. Все, прощайте. Или не прощайте. Да не, мы живые будем. Давай кликать. А. Тут еще Бонька стоит. Давайте покликаем. Ребятушки, все-таки хочется пройти. Ну реально хочется. Сейчас будет Фокси бежать. Две руку поднял, лапы. Стой, сейчас. Я скажу, когда он бежать будет. Бежит, а бежит. Все, не открывай. Ёкалы-маныкакалы. Боже, какой сложный режим. И Фокси еще побежал. Офигеть, сложный режим. А мы еще живы. Они еще атакуют? Да, походу, быстрее. Нет, никого не... А, есть, точно, идут. Так быстрее. Мы еще пройдем. Нет, мы не пройдем, ну ё-моё. Вот это еще. Жестко. Блин, мне нравится этот режим. Ребята, дальше идут, живы. Дальше. Все, проходим. Шкатулка. Давай, кликай. Руку поднял Фокси, готовьтесь. Да, хорошо. Так, осторожно, я скажу, когда Фокси будет. Еще секунд 5 и побежит. 5, 4, 3. Все, бежит, Фокси, закрывай. Молодец. Ай, раз, уйди. Выйдите. Да не ссы. Так, кликайте. Я кликаю. Ой-ой-ой, тихо. Я думал, нас убили уже. Там есть кто-то, нет? Пока что не идут. О, Голден Фредди там стоит. Ой, где? Закрой. Не забирай фонарик. Вон там вот в лобби стоит. А. Вижу. Голден Фредди не заспавнился и не убил нас тут. И короче, я, кстати, его когда вот здесь увидел, я на него фонариком посветил, он свалил. Ай, пришел! Нет, мы походу все проиграем. Не, проиграем. Да что за мод, что за режим, бесконечность? Мы еще не проиграли. Да ладно, да как? Бесконечность не произвел. Стоит. Балумба не уходит, у нас сейчас энергия кончится. Ой, что случилось? О, ушел. Блин, воруют нашу энергию. Вот хитрые аниматроники. Так, стой там. Стой. А, где? У кого? Ого, Эфут. Да ё-моё, ты туда сальтуху запилил. Сальтуха. Люди, переключите кто-нибудь камеру на шкатулку. Да на шкатулку, быстрее. А где, подожди, где вот тут шкатулка? Еще и Фокси убежал. Дверь была закрыта, еще и Фокси побежал. Вот шкатулка. Она вылазит, кликай быстрей. Быстрее. Я кликаю. Да ё-моё. Быстрей. А что быстрей, все. Или проходим дальше? Стой, сейчас. Нет. Залазит сама дальше, видите? Да, проходит. Ой. Я нет, застрял. Не проходим. Все? Мы проиграли. Да ё-моё, да она стояла. Мы ж, значит, проходим. Еще проходим. Я жив. Я был жив. Капец. Так, подожди. Давайте пройдем. Посмотрим, они активны или не активны. Мы еще проходим. Да, Голден Фредди стоит. Вот он. Да. Все, давайте. Идите сюда. Быстрее. У него такая анимация прикольная. Ах ты, блин, а? Убийца. Так, все, вставайте. Не, мы не проходим. Все, пацаны. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.